Если мы рассматриваем классическую магистратуру, то студент начинает заниматься своей исследовательской работой, магистерским тезисом только в 4-м семестре. Ну, это вот как по классической модели. У нас совсем по-другому, то есть у нас вся образовательная программа построена вокруг исследовательской деятельности. То есть студент с 1 сентября, если он уже заранее там, к нам пришел летом, мы уже согласовали топик, то он с 1 сентября может начинать работу над своим научным проектом. Нам позволяют заниматься и наукой, и учебой. И более того, наша учеба помогает нам в нашей научной деятельности. Так, все наши пары и все наши курсовые работы основываются именно на наших научных проектах. В данный момент все производство более дорогостоящее, использует более химически опасные экологические компоненты, в то время как диоксид титана более эко-дружелюбен, чем они, и, собственно, себестоимость подобного производства намного ниже.